Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Молдова должна быть государством, способным защитить свои границы. В послании президента Майя Санду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в ходе которого она попросила у партнеров зенитной ракеты системы, является правильным. Об этом говорит председатель партии времен Штефан Глигер. По словам политика, Республика Молдова должна укрепить свой оборонный потенциал, чтобы иметь возможность защитить свою территориальную целостность. С другой стороны, председатель коалиции за единство и благосостояние Игорь Мунтяну сказал, что Давосский форум является экономической площадкой, где военные массаджи неуместно передает IPN. Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Майя Санду запросила у зарубежных партнеров зенитные комплексы для для республики молдова запрос происходит после того как 14 января в окрестностях села ларга района бричень были обнаружены фрагменты еще одной ракеты председатель партии перемен отмечает что россию необходимо обескуражить в нарушениях воздушного пространства республики молдова республика молдова полностью открыта с точки зрения охраны воздушного пространства к вам относится серьезно и агрессор больше не запускает вас ракеты когда знает что вы их собьете если мы хотим защитить свою территориальную целостность, то мы должны располагать этими оперативными возможностями. Послание президента Майя Санду правильно. Это не значит, что мы собираемся с кем-то воевать. Это означает, что мы хотим, чтобы наше воздушное пространство уважали и чтобы ракеты, убивающие людей, не летали над нами, подчеркнул Штефан Глигер в эфире передачи на канале Журнал ТВ. С другой стороны, председатель СИЮБИ считает, что укрепление возможностей национальной армии крайне необходимо в условиях агрессивной войны рф против против Украины. Но просьба о предоставлении зенитных комплексов должна бы прозвучать на военных, а не на экономических платформах. Не знаю, был ли формат Давоса наиболее подходящим для озвучивания послания на военную тему. Разумеется, нам нужна помощь. Наилучший формат – это Рамштайн, где есть альянс более 50 стран мира, которые предоставляют летальное оружие, чтобы украинцы смогли защищаться. И не только вооружение, но и классифицированную информацию, техническую помощь, систему перехвата ракет. Наша проблема в том, что мы продолжаем колебаться между сообщением шепотом о реальных потребностях армии. Правда, что Республика Молдова не может быть противником на региональном уровне, но она должна быть государством, которое защищает свои границы, сказал председатель СИЮБИ Игорь Мунтяну. Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Майя Санду обратилась также к внешним партнерам с просьбой о финансовой поддержке. Хотя бы на уровне, предоставленном в 2022 году, то есть не менее 600 миллионов евро, чтобы помочь гражданам справиться с инфляцией. В результате с начала войны России в Украине риторика Майя Санду, председателя парламента Игоря Гросу и других претерпела серьезные изменения. С марта по июнь президент Республики Молдова и ее соратники говорили преимущественно о нейтральном статусе страны, о стремлении сохранить мир в надежде на быстрое завершение конфликта. Примерно с середины прошлого года все изменилось. Антироссийские заявления стали следовать одно за другим. Одновременно молдавские чиновники за Говорили о необходимости укрепить и перевооружить армию и пересмотреть нейтральный статус государства, который, мол, не способен на современных условиях обеспечить должную безопасность. Наконец, Санду заявила о полном прекращении контактов с Москвой на всех уровнях и обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдове. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.